машинам. Доброе утро. Доброе утро. Продолжается программа «Утро ТВ». 28 сентября в концертном зале Маклецкого новый сезон откроет артист кино и телевидения, актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского Виталий Гребенник. Доброе утро, Виталий. Доброе утро. Вы окончили ЕГТИ, да. Потом рванули в Москву. Рванул. И вернулись. И вернулся. Вырвались обратно. Я вернулся ненадолго, на самом деле. Ровно через 15 лет. Ну, я бываю наездами, потому что у меня здесь живут и родственники, и мама, и сестра. И поэтому для меня этот город очень родной. Очень родной. А, и каков этот город вот, в сравнении с Москвой? Знаете, бывает, приезжаешь из столицы, и кажется, что все такое маленькое, какое-то вот другое совершенно. Злат, вы знаете, ну, я думаю, что сравнивать даже, ну, как бы, не то, что как бы неприлично, не к месту, потому что это два абсолютно разных города, и у каждого и своя история, и свое лицо. Но я могу сказать только одно, что я очень счастлив и благодарен этому городу, и то, что он меняется на глазах. Это огромное-огромное счастье, действительно, видеть его. Потому что я был здесь буквально вот в марте с гастролями. И, конечно, вот дух того города, который был вот в начале 90-х, я помню, он как бы остался, вот лицо его очень меняется. И, на мой взгляд, к лучшему. У вас первый концерт за 15 лет здесь, правильно? Первый концерт за 15 лет, да, наконец-то. И что вы ждете от него? Вы приехали в город, который уже немножко другой. Он наверное, не тот, что в деле, не тот, а факт не тот. Что вы ждете от концерта? Кто к вам придет и что там будет происходить? Я полагаю, что это, наверное, будет все-таки такая, в общем, такая семейная посиделка, я ее называю. Ну, скажем так, придут друзья, родственники, наверное, любопытствующие зрители придут. И... Чего я жду? На самом деле у меня очень огромное волнение, потому что это вот очень ответственно возвращаться в те места, в которых ты вырос, и публика, которая тебя ждет, и вроде бы те знакомые, которые тебя знают, это же всегда так очень ответственно, говорит, ну сейчас этот московский гость, что он нам покажет? Ну давай, 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 давай. Ну примерно так, да. Вот, поэтому действительно очень ответственно, я не скажу, что это будет секретом, но я действительно очень волнуюсь на самом деле. А в программе-то что? В программе что? Я вам скажу, эта программа родилась не так давно, вот, были такие предпосылки, у меня была программа из песен Александра Николаевича Вертинского, Петра Лещенко, замечательного нашего певца, эстрады, начала 30-40-х годов. Вот, и сейчас это вкупе такая программа, которая называется «Танго любви». В ней собраны песни, исполнители, скажем так, артисты, которые поют, скажем так, драматические артисты или там театральные, киношные артисты, которые пели на эстраде. И вот мы взяли, вот, скажем так, скомпоновали с нашим аккомпаниатором Александром Браже, замечательным музыкантом. Мы сделали такую программу, в которую входят как раз песни Александра Николаевича Вертинского, Петра Лещенко, Вадима Козина, Леонида Утесова, Андрея Миронова и Марка Бернеса. Ну и Олега Даля, Виталия Доронина, в общем. Хорошо, во сколько приходить? Куда? Во сколько приходить? 28 числа, ровно в 6 часов, зал Маклецкого. Это училище Чайковского, Екатеринбургское училище Чайков. Так что милости просим, я буду рад всех видеть. Сейчас я предлагаю в качестве рекламы. Да. Этого события одну песню. Анонсом, замечательно, да. Давайте мы сейчас всех разбудим с утра пораньше. Давайте. Песня как раз из репертуара Андрея Миронова. Странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Доброе утро. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой горит, не спрашивая нас, с безумной силою я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Браво! Невероятно. Здорово. Благодарим нашего гостя. И телезрителям напомним, что у нас в студии был Виталий Гребенников, артист Московского академического театра имени Владимира Маяковского, актер кино, телевидения, певец, лауреат всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса, романсиада и так далее, и так далее, и прочее.
Спасибо вам огромное, Виталий. Наша программа продолжается. У нас на очереди сюжет о том, как сделать старинную книгу из новенького блокнота.